В дежурную часть отдела полиции поступило сообщение от гражданина о том, что в одном из дворов города Сарапула водитель автомобиля «Лада Ларгус» при движении задним ходом наехал на металлические ворота здания, после чего покинул место ДТП. Сотрудники дорожно-патрульной службы в ходе отработки поступившего сообщения заметили на обочине дороги похожего по приметам мужчину, который пытался остановить попутный транспорт. Дорожными полицейскими злоумышленник был задержан, им оказался 37-летний житель Дебёрского района. В ходе проверки установлено, что подозреваемый заметил припаркованный во дворе автомобиль отечественного производства, который оказался не заперт, ключи находились в салоне автомобиля. Мужчина завел транспортное средство и при движении задним ходом наехал на ворота. Испугавшись ответственности за свои действия, виновник аварии попытался скрыться. Кроме того, при проведении освидетельствования у него было выявлено состояние алкогольного опьянения. Также установлено, что данный гражданин не имеет водительского удостоверения. В отношении задержанного составлено 4 административных материала. Отделом дознания возбуждено уголовное дело за неправомерное завладение автомобилем. Только немножко пытался и на чем? Не смог выехать. А на чем катался? На машине. На какой? Не помню, как машина называлась. А цвет какой? А? Цвет какой? А права-то есть? Нету. Без прав катался? Да. А знаешь, что нельзя кататься без прав? Знаю, конечно знаю. Сейчас он подъедет. Алкоголь пил? На тот момент нет. Потом выпил. Когда? Предлагаю пройти свидетельство от руля автомобиля с помощью прибора. Да. Согласен? Да. Трубочка чистая. Конечно, согласен. Идет анализ. 11.49, ну, я знаю. Согласен с результатом? Да.